В 22-м и 26-м избирательных округах потребуется провести повторные выборы депутатов Великого государственного Хурала. Причина? Кандидаты префектур Сангина Хайрхан и Бензурх не смогли набрать предусмотренный в законе 28% проходного ценза. Кроме этого, решением суда префектуры Ханол были приостановлены полномочия двух кандидатов, заподозренных в подкупе голосов. Из-за этого президенту страны был представлен неполный список избранных депутатов. В отношении кандидатов Чинзорик, Тумурху по 10-му округу Бурхангайского Аймака есть решение суда префектуры Ханул, поэтому имена этих кандидатов и не вошли в список, представленный президенту. В Центр избирком также поступило много жалоб, связанных с кандидатами, допустившими подтасовку голосов избирателей. Конкретные претензии звучат в адрес представителей МНП, избиравшихся в Упсанурском и Архонском Аймаках. В случае, если обвинения будут четко установлены и доказаны, временные мандаты членов парламента, уже выданные кандидатам, будут аннулированы. Сейчас ВГХ следует реализовать свои полномочия и поскорее приступить к работе, к выполнению данных народообещаний. Я благодарю Центр избирком за грамотную организацию выборов в рамках закона и за своевременное подведение итогов. Парламент нового созыва будет включать 31 представителя Демпартии, 25 от МНП, 2 от Гражданской воли партии «Зеленых» и 11 от Блока «Справедливость» МНРП, Монгольская народно-демократическая партия, а также 3 независимых кандидатов. Президент подчеркнул необходимость проведения повторных выборов для определения претендентов на оставшиеся места в парламенте. По данным Центра избиркома, повторные выборы пройдут после празднования Надама, а завтра по указу президента Монголии должна состояться церемония принесения присяги членами нового состава ВГХ. Тумарачир Нимбаяр, Аист, Монголия.